Киану Чарльз Ривз. Родился 2 сентября 1964 года. Канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант, бас-гитарист. Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка. Жизнь жестокая, но каждый вправе выбирать. Человек может сломаться и может стать сильнее. Трудности формируют личность. Человеку нужно быть благодарным за все сложные ситуации, которые преподнесла ему жизнь. Именно они закаляют характер. Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь. Любой стресс – это инструмент. С помощью него человек может понять, что нужно ценить все, что уже есть. Каждая личность обладает потенциалом, который помогает преодолевать даже самые сложные жизненные ситуации. Иногда враги – наши лучшие учителя. Люди учатся на своих ошибках, а разрушение иногда означает возрождение. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязаем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-чего обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен, и давайте относиться к ним так же. Нет гарантий, что завтра наступит, так что живите сегодня. Никто из нас не уходит отсюда живым, поэтому, пожалуйста, перестаньте запоздало задумываться о себе. Ешьте вкусную еду. Гуляйте на солнце. Прыгайте в океан. Планета, на которой муж одевает свою жену как даму легкого поведения, вызывает только презрение. Мир, в котором понятие достоинства и чести может обрушиться. На планете девушки не хотят заводить детей. Мужчины перестали ценить семью. Все это вызывает грустные эмоции. Знать, что твое будущее в твоих руках, это невероятно окрыляющее чувство. Когда я не чувствую себя свободным и не могу делать то, что хочу, я просто сопротивляюсь этому. Начинаю идти против течения. Очень просто убежать от проблем или трагедии в жизни. Чтобы продолжать двигаться, человеку нужно использовать опыт прошлого. После этого появится лучшая версия личности. Если спрятаться от трудностей, то человек ничего не достигнет в этой жизни. Постарайтесь время от времени ошибаться. Это пойдет на пользу вашему эго. Такое простое действие, как уделение внимания, может вас далеко привести.
полагаю, что жизнь без любви, без ее ощущения или возможности дарить, довольно сильное наказание. Энергия не может быть создана или разрушена, она просто течет. Ей можно задавать направление, какое-то внутреннее эмоциональное духовное направление. И так она позже найдет свое выражение. Человеком, который удерживал меня от моего счастья, был я сам. Чтобы обратить внимание окружающих, нужно много сил. Однако действие не стоит затраченных ресурсов. Психологи считают, что характер и мировоззрение закладывается в раннем возрасте. Однако человек может меняться, если посчитает это правильным поступком. У каждого человека есть выбор независимо от возраста. Опыт прошлого можно использовать в качестве путеводной звезды. Она покажет лучший путь, по которому следует двигаться. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал «Вселенная внутри тебя». Познавать себя и меняться никогда не поздно.